Сьогоднішній стан російського суспільства характеризується посттоталітарним викривленням світогляду, помноженого на страх і ефект Стокгольмського синдрому. Варто також зауважити, що, на превеликий жаль, це достатньо звична форма існування російського суспільства, яка протягом багатьох століть виглядає у вигляді синусоїдної. Від різкого загострення шовінізму і нетерпимості, обумовлено часом відносного добробуту, до різкого розчарування і апатії до всього в часи бідності і голоду. Хотят ли русские войны? Спросите вы у тишины. Это все наша Россия. Мы сейчас Чернобыль уже взяли. Приднестровье, кстати, тоже наше. Одессу и Кишинев. Надо все полностью брать, короче, было. Вообще, вот так вот, территорию полностью. Польшу, короче, вот так вот. Захватить надо все полностью. Русские идут. Уже давно русские, россияне в том числе, можно так сказать, относятся к нам, украинцам, как к людям второго сорта. Понимаете, вот мы русские великие, а вы говно собачье. Вся история России – это история насилия. Насилие над теми, кто рядом, над соседями, и насилие над своими собственными гражданами. Не надейтесь, что вам будут сострадать. Не будут. То есть они как бы провоцируют Россию. Вот. Считаете, сами украинцы сами так делают. Украинцы сами так делают. И прав Путин, и я всему миру скажу, что Путин прав. Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Фашизм, я против фашистов. Русские вперед! Русские вперед! Если бы не мы, то через день это была бы бомбежка уже на нашей территории. Потому что они смотрят российское телевидение, слушают российское радио, читают российские статьи и смотрят российские всевозможные новостные каналы и порталы. Участницы подписали обращение ко всем, кто за мир без нацизма. Если бы вы, гражданин Украины, были здесь в течение нескольких недель, я уверяю вас, вы тоже подумали бы, что хохлов надо мочить. А что нам еще остается? Нас в угол загнали. Ядерным оружием уже начали угрожать. Что угрожать начал? Да этот самый Зеленский. Знаете, что я телевизор смотрю и его собственные речи слышу. Общество российское, оно построено на лжи и насилии. Это война для того, чтобы вы жили дальше, счастливо. Иначе, я говорю, война будет на нашей территории. Не испытывайте иллюзий. Они не могут понять, что происходит, потому что они уже настолько зашорены, забиты мозги. Это невероятно. И не забывайте. Да, конечно, не у всех. Я вот уже несколько суток не могу жить нормально, потому что сгораю от стыда. Вы государство агрессор, и за нас будет защитить. Мне от этого противно. Украинцы, перестаньте призывать россиян выйти на улицы. Слушайте, ну будьте адекватными. На каких черт улицу? Во-первых, выйдешь, тебя свинтят. А русские люди, они же только на словах, книгах и в кино храбрые. Вы не поддерживаете спецоперацию? Ну я поддерживаю. Это вот давно надо было сделать. Почему? Не могу ответить вот именно на это. Путин правильно поступил. Надо было еще 9 лет назад это все делать было. Одессу надо было взять и Украину полностью. Взять. Поймите правильно, им нечего сейчас защищать. Потому что их жизнь не сильно вообще изменится от того, что вас поубивают. Я думаю, что я гражданин Российской Федерации. Если наш руководитель принял такое решение, то мы, как законопослушные граждане, и должны, и обязаны его исполнять. В Советском Союзе было хорошо, все у людей было. Я надеюсь, это все-таки вернется и будет. Я не рисую страшную, лживую, мрачную и очерняющую Россию картину. Это знают русские, сами знают. Правда, только те, кто действительно, вот кто действительно светил, кто действительно прогрессивен и кто действительно сострадателен. Готов и жестче сказать. Но я думаю, когда вы проснетесь, люди, ваши дети идут воевать против детей Украины. Вы что, с ума сошли совсем? Таких, как мы можем видеть, очень мало. Почему? Да потому что если бы их было много, этой войны просто не было бы. Честно сказать, Америка в сраке. Почему? У нас 43 ядерные бомбы, а у них 36 всего.
Чи можливо вилікувати це суспільство? Єдині ліки, які здатні це зробити, це час та санкції, що торкнуться кожного. Саме ці речі заставляють росіяна не забути про глобальні завоювання Росії та зосередитись на облаштуванні власного добробуту. Все інше – заклики до здорового глузду, розуміння, співпереживання – вартують рівно стільки, скільки вартує папір, на яких підписує свої договори Росія.